Мою душу замучил холод, как морально, так и физически. Мне бы шалью большой, пуховой, обмотаться и категорически никого к себе не подпускать. Ни на шаг, ни на километр, чтобы сердце коснуться куска не позволить. И будто ветром так свободно, как в поле, летать. Освежая мирские просторы, быть свободным, быть вольным. И не прощать по 100 раз, и чтобы лживые воры не посмели украсть мое сердце. То, что собрано по крупицам. Быть солдатом, бегущим в берцах, убивая, не слыть убийцы тем жестоким и беспощадным. Быть обычным, себя защищая. От всех тех, кто любви твоей жаждет, быть простым лишь, себе доверяя. Мне бы шалью большой, пуховой, и не нужно ни рук, ни объятий. Мою душу замучил холод, он повсюду, и даже в кровати под тем самым большим одеялом, что укутало мое тело. Эти строки должны быть финалом, но душа в этот раз заболела. И возможно, что это грипп, или может быть просто простуда. И возможно, я просто влип, или может не просто, а трудно. И душа все никак не согреется. Не поможет и чай с лимоном. Я не сплю по ночам, строки вертятся. Может вовсе залить все ромом, тем ужасно пиратским напитком. Или может добавить огня. Представляю, что я на пытке, не отвечу, сожгут меня. Но зато это наверняка. Хотя ладно, плевать мне на ром с огнем. Это вовсе не выход из тупика, нужно будет подумать об этом днем. А пока мою душу все мучает холод, как морально, так и физически. Не бы шалью большой, пуховой, но согреет ли? Вопрос риторический.